А я с удовольствием приглашаю на сцену известного автора-исполнителя, секретаря правления Союза писателей России, члена Союза журналистов России, человек, который неоднократно... Да, но сейчас вообще практически невозможно после этого поздравления пытаться что-то выступать. Кстати, «Батальонная разведка» — это песня Игоря Морозова. Он хотел сюда приехать, но по семейным обстоятельствам не смог. И я сейчас спою. Я поднимаю топ за друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы хотели слушать тишину. Я поднимаю топ за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда рядом не было его. Последние патроны сигареты ли мы поровну делили пополам, одною плащ-палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне в жизни не отпущено, куда меня не бросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. Ла-ла-ла-ла-ла. Старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. Мы в день победы верили с Алешею, тот день пришел, я праздную один. Ла-л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 а. А за окном ночная мгла колышется, смотрю на фотографию, курю, и мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает за окнами пожарищем, по улицам трамваями звенят. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Ла-л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 а. Игорь Морозов написал.